Всем привет, меня зовут Настя. Я занимаюсь на марафоне у Полины Червовой уже больше 6 месяцев. Я начинала с уровня beginner, и сейчас я уже учусь на уровне upper intermediate. Это уже такой долгий и длинный путь я прошла, и мне есть чем поделиться. Я хотела рассказать о бонусах, о плюсах этого обучения. Во-первых, доступность материала, все четко, понятно, структурировано, изложено. Еще немаловажный критерий, то что это недорого относительно других языковых школ. И это действительно так. Также есть возможность практиковать свой язык с другими участниками марафона. Я познакомилась с многими девочками с марафона, и мы вот так вот уже на протяжении полугода уже созваниваемся постоянно и практикуем свой язык вместе. И это очень-очень приятно и важно. Также я хотела сказать, что я начинала свои обучения без куратора, но потом я поняла, что намного эффективнее будет, если я с куратором буду разбирать все вопросы, все непонятные темы. Стало намного эффективнее, когда я стала заниматься с куратором. У меня очень хороший куратор Татьяна, и она мне помогает разбирать сложные темы, объясняет что-то непонятное вот с марафона, с уроков, дает мне дополнительные домашние задания и стимулирует тоже к изучению языку, что очень приятно. И также есть бонусы для участников марафона, призы, всякие викторины Полина устраивает. То есть можно тоже реально что-то выиграть на курсе. И также вот еще очень понравилось мне то, что появилась новинка, это лайт-версия марафона, да, то есть это 10 уроков, как обычно 20 за месяц. И я тоже попробовала эту версию, мне очень понравилось, потому что она очень подходит для тех, кто загружен, ну, своим другим делам, работам, и нет возможности в него заниматься каждый день английским. И это прекрасная возможность, вот лайт-версия, мне она очень понравилась. И еще один плюс, то что тем меньше, но ты успеваешь их все разобрать со своим куратором. Это тоже очень важное преимущество. Поэтому тем, кто еще сомневается, я рекомендую, попробуйте хотя бы лайт-версию взять на месяц. И если вы втянетесь в английский и захотите развиваться дальше, то не останавливайтесь на достигнутом, а продолжайте заниматься. Всем успехов, пока!